собрали топ-кино о личностях, оставивших значимый отпечаток в истории нашей страны. Раневская. История невероятного превращения. 20-летняя Фанни Фельдман отправляется в Москву, намереваясь стать актрисой. И ей это удастся, несмотря на упреки и запреты родителей, отсутствие денег, враждебной столицы и нескладную внешность. Она станет той самой Фаиной Раневской, актрисой театра, кино и озвучивания, чьи крылатые выражения до сих пор повторяет не одно поколение. «Магомаев» – рассказ о любви эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили в браке 34 года, вплоть до его смерти. Но как все начиналось? И Магомаев, и Синявская на момент их встречи состояли в отношениях, но у настоящей любви нет преград. «Ника» – непростая история Ники Турбиной. Уже 8 лет она прославилась на весь Советский Союз. Ее недетскими стихами зачитывались тысячи граждан, но в 14 лет талант иссяк. А в 27 Ника обнаруживает, что не знает, кто она и кем хочет быть. Она уже давно не пишет, но тень былой славы никак от нее не отстанет. Чем же все закончится?